пожалуйста. Я потеряла голос. Мы здесь приехали на фестиваль. Вот скажите, вы здесь живете? А с какого года? С 30-го. В Лысьве живем. С 30-го года. То есть вы всю войну, всю здесь? Войну, да. Потрясающе. И расскажите, как вообще вам здесь жить? Ну, знаете, ну трудновато, конечно. Вот в чем? Ну, в чем? В деньгах. Правда? А вам не кажется, что вот, ну, государство как-то, ну, да, вроде обязано? Вроде на государство не Правда? Нельзя. Правда? Ну, пенсия нормальная, да, можно жить. Ну, да. С пенсией нет. Вы такие красивые дети. Спасибо. Правда. Смеетесь, что ли? Нет, правда. Вы аж внутри светитесь. Такие. 85-95. Да что вы. 96 через месяц будет. Да что вы, потрясающе. Я думаю, может быть, это связано с тем, что у вас такая юность была сложная. Можно, знаете, у нас было 7 человек детей. Конечно. А помните голод? Ну все, я как-то... Нет, помним, конечно. Особенно войну, конечно. Правда? Да, голод. Вот, только по 300 грамм хлеба. Но хорошо, еще был свой огород, там картошка, овощи были. А так голод, конечно, было. Ну и, наверное, после 30-х годов тоже было трудно. Ну, вначале трудно было, но потом начали мы уже подрастать. Ну надо же, с 30-го года вы здесь. А при вас все строится, город? Или нет? Да, можно. Был деревянный весь город, вот эти дома были деревянные, все там деревянное, центр это сам. Да что вы, театра не было, конечно, театра. Нет, театр был. У нас театр. Был? Да, точно. С 47-го, по-моему, он, да, после войны? Нет, наверное, раньше. Во время войны мы ходили в театр все да, время. Что? Да. Любили? Любили, да. Ходили, сейчас вот не ходим уже когда. Ну, конечно. Пьесы такие молодежные, все-таки, ну, как-то это, больше классика когда была. Потрясающе. Был деревянный театр, да? Нет. Деревянный этот был. Вот этот же самый, нет, там вначале где. Нет, сразу этот вот самый. Этот. Да, это, знаете, это было здание, что? То есть. Какое-то учреждение было еще до революции. Вау! Но потом дом пионеров был. Тут дом пионеров не был. Дом был на этой стране деревянный. Ну, деревянный я помню, но мне кажется, одно время. Нет. Ну, может быть, войну какое-то время. Ой, спасибо вам огромное. Скажите, назовитесь, как вас зовут? Меня Наталья Николаевна. Очень приятно. А я Ольга Николаевна. Ой, вы две сестры. Здоровья вам. У нас улица это была вначале Шуваловская, это мы помним еще. Потому что вы любите очень этого Шувалова, да? Нет, не потому. Она была до революции еще Шувалова. Да, благодаря тому, что он построил это все, да? Да, нет, он не вообще, там я была лысая деревянная. А потом была на 10 лет октября, по-моему. 10 лет октября. Потом Сталина. Потом улица Мира. Вот это да. И вы все это помните? Все это помню, конечно. Все на глазах. Ну, вы очень стильные такие, француженки, спасибо, правда. Спасибо. Спасибо вам огромное. Здоровья вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.